Всем привет! Сейчас 6 утра, я только что проснулась. И так как я хочу сделать приятное своей семье, я решила приготовить им на завтрак оладушки. Итак, чтобы сделать блинчики, нам понадобится 150 грамм сахара, 1 чайная ложка молотой корицы, щепотка соли, 1 чайная ложка разрыхлителя, 160 грамм муки, 150 миллилитров молока, 2 яйца, 2 яблока. И ванильный сахар найдут по вкусу, как кому хоть нравится. Ну что ж, будем делать оладушки. Вот такие у меня получились блинчики. В общем, не шибко красивые, но зато невероятно вкусные. Так что сейчас я буду накрывать на стол, ждать, пока все проснутся, и мы будем кушать. Итак, сейчас мы всей нашей честной компанией идем в кино на Наруто. Саш, ты рада? Да. А сейчас мы пришли на Наруто. Сейчас будем наслаждаться нашим сеансом с водичкой и просто отдыхать. Закрывай, Жень. Где колпачок? Спасибо. Не колпачок. А ну, бери колпачок. Старичок. Ой, но, компьютер не трожь. Не-н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 е. Не надо компьютер мазать. Он намазан. А закрывать-то будет. Ой. 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 Ой-ой-ой. Старичок. Окей. Помазать меня хочешь? Спасибо, все. Закрывай, Жень. Так, сейчас я уже готова идти на выпускной. Я уже полностью оделась, собралась. Вот, как бы вот так вот я буду на выпускной, так сказать, на получение аттестата. Мне осталось только одеть эту шляпку. И все, и я буду прям... Извините, я буду прям какая-нибудь дамочка с 30-х. Так что вот. Всем привет! Сейчас я иду на встречу с Сашей, и дальше мы пойдем на флакон. Ну что, мне идет? Нет. Блин, вообще, знаешь, я ненормальный ученый. Мы сейчас с Сашей в Color Factory, и тут всякая фигня. А, мы уже с ним встретились. Точно. Нет. Это же Angry Birds. Какой ужас. Посмотри на это. Я такой себе хочу. Так, все. Пойдем отсюда. Яичницу сделать. Или порезать колбасу. Чего? Пожалуйста, выжи. Что ты сейчас сказала? А что ты сказала? Всегда хотела себе похожий термос. Мороженки. Знаешь, на них просто можно смотреть. Не хотите? Ну что? Мы идем за комиксами. Нашему главному месту. Да? Блин, пипец. Офигеть. Кто хочет? Или так? Я в шоке. Приходите сюда. Серьезно, тут офигенно просто. Я обожаю это место. Сегодня с Сашей мы решили зайти в магазин фигурок на флаконе. Честное слово, когда я туда зашла, у меня просто глаза разбегались. Это невероятно, столько различных аниме-фигурок, и просто фигурок я никогда не видела. Тут-то есть и Тор, и даже костюмы Звездных войн, Мстителей, и разные другие. Если вам, к примеру, нравится Лелуш, или Бэкруг Шутер, или любое другое аниме, приходите туда, и вы точно найдете свою фигурку.
Но сразу хочу предупредить, этот магазин не из дешевых. Самая маленькая фигурка тут стоит от 2000 до 4000. И цена поднимается все выше и выше. Чем больше фигурка, как бы, тем выше цена. Так что, если вам скучно и некуда тратить свои деньги, спокойно приходите и покупайте. Саши очень приличные девочки. Если хотите все знать об этом мире, купите эту книжку. Вот есть офигительные картинки. Что я делаю вообще? Вот такая вот картинка. А сейчас мы с Сашей пришли в детский мир. Тут круто, тут серьезно круто. Тут есть миньоны, мне интересно. Игрушки миньонов. Вау, смотрите, смотрите, смотрите. Это волшебный самолет. У меня миллион. Мне хотя бы одну, хоть разочек. А, тут снимают. Старая версия Малефисенты. А, это не знал, что ее зовут Малефисента. Да. Все. Это все. Вы что, ребят? Это же просто. Все, я остаюсь тут жить. Я до него дотронулась. Ого, там огромная шина. Пошли к огромной шине. Тут две шины. Тут четыре шины. Короче, это машина. Одна, две, четыре. Одна, две, четыре. Машина! Я пойду к мягким игрушкам. Моя страсть — это мягкие игрушки. Черепашки-ниндзя. Блин, только что хотел сказать, что спешат на помощь. Мы, конечно. Мы отлично смотрим все вместе. Сфоткай меня. А сейчас мы идем к тем ребятам, в которых я просто влюбилась до глубины души. Вы готовы? Вы точно готовы? Раз, два, три. Опа. Да, это просто моя мания. Я их очень люблю. Вот обожаю просто. А вот тут вот. Все. Ферби. У меня был свой Ферби когда-то. Да, а сейчас пойду туда. Мы любим скидки. Меня Маша напугала. Уважаемые покупатели, в нашем магазине есть услуга. Все расставки по покупку. В общем, мы будем дальше развлекаться. И если вам нравится детский мир, то ставьте лайк под этим видео. Мы пошли тискать Лунтика. Все. Смотрите, кто у нас тут. Блин, пипец, все, я влюбилась. Это мое. Сейчас. Огромный. Все. Его не видно. Пошли спать. Вот такая жопа огромная. Здрасте. Это мой новый друг. Ой. Меня забрали моего нового друга. У меня близняшки. В общем, у нас появились собственные дети. Так что, если они вам нравятся, пишите нам в комментариях. Ты не понимаешь моих чувств. Игрушка. Запомните, любая мягкая игрушка... Ой, блин, игрушка. Игрушка — это просто святое. Поднимемся по радужному эскалатору. Вперед! Точно, сколько важно. Спасибо. Я его тоже смотрела. Прикольно.
сегодня мой влог закончен. Я уже дома. Саша тоже пошла домой. Мы до этого попили мне чайку. Вот сейчас я вот тут вот сижу, отдыхаю и расслабляюсь. Завтра я еду на наш выпускной в Этномире. Кто придумал это? И я не знаю, смогу ли снять там влог, потому что много моих одноклассников против вообще всего, против всяких этих съемок, они даже на репетиции. Меня чуть не загрызли там. Но я постараюсь и, возможно, сниму для вас вложик небольшой. Секундочки три. Ладно, шучу. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы. Пока!